Друзья, я думаю, что даже может быть и неплохо, что вы видите этот тортик только на экране. Потому что если бы вы съели его, вам с одной стороны было бы вкусно, с другой стороны было бы стыдно за то, что вы сейчас поправитесь немножко. Вот. А тортик этот принес известный многим на нашем канале человек, нет, не Жанна. Вот. А вот, пожалуйста, Андрей, который, и, значит, проходит как морячок из Керчи. Вот. Который у нас тут 27 апреля прилетел. Сегодня 15 июля. Ну, 2,5 месяца. Значит, и он... Что с вами произошло-то? Чего торт? Попал на интерншип 15 в час. $15 в час интерншип. Я хочу сказать, что при том, что $15 в час это не 35, ну, вот, но интерншип. С другой стороны, я вам скажу, что масса народу просто работает на меньшие деньги. Да. И больше им и особо не светит. Есть очень много, еще много работ. И в стране 2 месяца. И в стране 2 месяца. Жанна, рассказывай. Можно сказать, что это твой любимчик? Один из моих любимчиков, так. Это очередной студент из моей группы, так. моей группы, который получил интерншип / работа. В смысле, за денежку? За денежку, так. За денежку. И это очень здорово. Как он, и как очень он себя вел как студент? Хорошо, агрессивный, много учился, агрессивный в хорошем смысле. Так, не побил никого? Не побил никого, но хорошо учился. Действительно здорово учился, и мне это невероятно нравится. Хорошо. Молодец. Что за продукт вы тестировать собираетесь? Confidential. А, ну, из общих соображений. Может быть, это мобильно или на вебе. Healthcare. Как? Healthcare. Это здравоохранение. Да. Но это для врачей, это для... Для больниц, да. А, для врачи, больниц. Врачи, пациенты. То есть, это вот как бы профессиональное. Да. А какое вы отношение к этому имеете? Может быть, вы на судне там перевязки делали? Нет, там? Ничего не делал. Я непосредственно тестировочное отношение, больше никакого. Ну, а это что будет? Ручное, автоматическое? Ну, я так понял, что это будет и iOS, и Android, и web application. То есть на разных платформах? Да, на всех платформах, но это будет пока ручное. Ну что же, хорошо. Вы по-английски, вы как бы и были ничего. Неплохо, да. Но, ну, может быть, вы там терминологии подхватитесь там. Ну, надеюсь, что да. Вот, ну, в общем, учитесь у них только хорошему. Конечно. Там русских много? Половина. А, в общем, особенное внимание только на хорошее. Окей. Вот, там, если будут пить, значит, вы отказываетесь. Не, не пью. Зачем же тогда там, где русские-то? Ну, так вот так случилось. Ну, в общем, вы им там привет передавайте. Там наши есть, ребята? Конечно, там половина наших ребят. В смысле, из школы? Собственно, да. А, окей, ну, хорошо. Значит, в общем, нашим всем привет. Да. И... Вы, может быть, что-то скажете ребятам, которые вас смотрят, потому что им тоже, наверное, интересно было. Все-таки, в моем понимании, вы были в облегченной ситуации в силу того, что вы все-таки по-английски могли. Ну, да. Потому что обычно люди, которые новенькие, у них проблема. Ну, если не очень большая, но все равно они как бы через пень-колоду там как-то. Ну, так надо учить английский, вот и все. Но вы учили английский или вы просто по роду, так сказать, вашей службы? Ну, всю жизнь учил английский. Именно учил, как учил. Да. Ну, хорошо. Ну, давайте, ладно, а то, может быть, вам какая-нибудь девушка напишет заинтересованная. Ну, пусть пишет. Пусть пишет. Ну, тогда, девушки, пишите, в общем. Да. А вы тогда отвечайте им прямо там. Конечно, на канале. Легко. Все, да, скажем всем пока.